В Якутске официально стартовал всероссийский отборочный этап чемпионата WorldSkills. Республика принимает у себя более 1000 участников из 81 региона страны. Якутия стала одним из 7 регионов, который получил право провести отборочный этап. Обо всех подробностях расскажет Юрий Осипов. Специально для проведения этого масштабного мероприятия здесь, на 2000 квадратных метров, подготовлено 14 рабочих площадок для каждой из компетенций, на которых и пройдут основные соревнования. На их создание ушло около 2500 листов фанеры. Для этих рабочих площадок в зале спортивного комплекса «Дохсун» с нуля проложено более 4 километров коммуникаций. Соревнования проходят по блоку «Сфера услуг», который включает в себя 16 компетенций. Это ресторанный сервис, поварское дело, дизайн интерьера, предпринимательство и многие другие. Очень многие с ростом благосостояния, очень много людей обращают внимание не только на качество продукции, но и на качество тех услуг, которые им сопутствуют. И вот такие соревнования, как сейчас проходят в Якутске, являются основой для того, чтобы в нашей экономике был качественный сервис мирового и даже лучше, чем мирового уровня. По словам организаторов, в Якутии индустрия гостеприимства сегодня развивается наиболее активно. В первую очередь это связано с активным взаимодействием профессионального сообщества. Сегодня в республике технологический колледж сервиса – это колледж, который аккредитовал по международным стандартам WorldSkills свою материально-техническую базу преподавателей на предмет возможности осуществлять подготовку специалистов в соответствии с международными стандартами. На одной из площадок соревнования на протяжении 4 часов участники готовят хлебобулочные изделия. Все это время на площадке находятся только сами участники и эксперты. Здесь собрались 12 участников из различных регионов страны. Это победители своих региональных турниров. Наша конкурсантка в Белгородской области прошел отборочный этап в Белгородской области первые. На другой площадке собрались молодые ветеринары. 22 участника, ставших лучшими в своих регионах. Они работают как с анализами животных, так и с самими животными. Молодые специалисты проводят осмотр, показывают умение накладывать швы и даже принимать роды у коровы. Если что-то там какие-то в анализаторе находят патологии, то есть они дают заключение, еще предварительный диагноз ставят. В рамках открытия соревнований также состоялось важное событие. Дирекция игр «Дети Азии» и агентство WorldSkills Russia подписали между собой соглашение о сотрудничестве. Организация игр наших, она не страдала от места смены места проведения. В связи с этим было принято решение о том, что в сфере услуг, оказания услуг в местах размещения, в местах питания, международный комитет примет за основу стандарты WorldSkills, так как эти стандарты общепризнаны вообще в международном сообществе. Отборочные соревнования будут проходить целую неделю. За это время участникам предстоит пройти несколько этапов. В одних компетенциях они будут постепенно отсеиваться, в других итоги будут подведены по окончании всех этапов. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.